Всем привет! Меня зовут Сергей, я тренер по ораторскому мастерству. В школе и в вузе нас не учат, как грамотно и качественно выступать, а в жизни ораторское мастерство нужно нам буквально ежедневно. Любой момент в жизни, где ты говоришь вслух даже перед одним человеком, это уже мини-выступление. Собеседование на работу, совещание какое-нибудь или даже просто встреча с новым человеком – это уже небольшое выступление, где тебя слушают, а ты рассказываешь что-либо о себе. Я приглашаю тебя на занятие клуба ораторов. На нем ты научишься владеть своим голосом. Это интонации, это акценты, это паузы. Второе – владеть своим телом. Это поза оратора, это перемещение по залу и, конечно же, это жесты. И третье и самое главное, ты перестанешь бояться сцены и начнешь получать от выступлений удовольствие. Если тебе это интересно, приходи на ближайшее занятие.